Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников и описание к этим картинам. Жан-Поль Лоранс, «Синод трупов», 1870 год. Кадаверный синод, также называемый процессом над трупами, это название, обычно данное церковному суду над папой Формозом. Формозу стал епископом Порт-Сант-Фруфино в 864 году во время понтификата папы Николая I. В 866 году он был отправлен легатом в Болгарию и был настолько успешен на этом посту, что болгарский правитель Борис I попросил папу назначить его архиепископом Болгарии. Согласно историку X века Кремонскому, Стефан VI спросил труп Формоза, почему он узурпировал Вселенскую римскую кафедру в таком амбициозном духе после смерти Иоанна VIII, повторяя собственное утверждение Иоанна VIII о том, что Формоз пытался захватить папский престол, пока был жив. Формоз, будучи несколько месяцев мертв, конечно, не смог ответить. На кадаврском синоде против Формоза также были выдвинуты два дополнительных обвинения – в том, что он совершил лжесвидетельство, и в том, что он пытался исполнять обязанности епископа как мирянин. Это связано с клятвой, которую Формоз, как говорят, принес перед собором в Труа в 878 году. Вероятно, примерно в январе 897 года Стефан VI приказал извлечь труп своего предшественника Формоза из гробницы и доставить в папский суд для вынесения приговора. Когда труп водрузили на трон, диакон был назначен отвечать за умершего понтифика. Формоза обвинили в переселении престолов, нарушении канонического права, в лжесвидетельстве и в служении епископом, будучи фактически мирянином. В конце концов, труп был признан виновным. Кремонский и другие источники утверждают, что после того, как с трупа сняли папское облачение, Стефан затем отрезал в три пальца правой руки, которые он использовал при жизни для благословения. Затем формально аннулировал все деяния и рукоположение Формоза, включая рукоположение Стефана VI и епископа Анани. В конце концов, тело было похоронено на кладбище для иностранцев только для того, чтобы его снова выкопали, привязали гирем и бросили в реку Тибр. Стефан VI сказал: «Когда ты был епископом Порту, почему ты узурпировал Вселенскую римскую кафедру в таком духе обид?» Жуткое зрелище настроило общественное мнение в Риме против Стефана. Тело Формоза выбросило на берег Тибра, и, по слухам, оно начало творить чудеса. Общественное восстание свергло и заключило Стефана в тюрьму. Он был задушен в тюрьме в июле или августе 897 года. В декабре 897 года папа Теодор II созвал синод, который отменил трупный синод, реабилитировал Формоза и приказал перезахоронить его тело, извлеченное из Тибра, в базилике святого Петра в папском облачении. Было приказано уничтожить акт синода трупов, отлучили от церкви 7 кардиналов, которые участвовали в синоде трупов, и запретили любое судебное разбирательство над трупом в будущем. Ну, вот такое описание к работе Жан-Поля Лоранса. Она называется «Синод трупов». Пока-пока, до свидания.